Константин Евгеньевич Кузьмин. Никаких дифирамбов. Это я. Анфас, профиль. Привыкли жаловаться на неурожаи, но тем не менее они живут и здравствуют. Так что все нормально, я оптимист. Прототип этого блогера я его делал лет 25 назад. Я на него тогда еще повелся. Запустив вот эту первую линейку своих фамильных блогеров, я ни в коем случае не пытался кого-то на рынке подвинуть. Вот та вода, которая была там 10-15 и более лет назад, она давно утекла. Издатель, можно сказать, разорился, тот, который печатал последние мои там 3 или 4 книги. Другого плана человек, то есть я, конечно, участвую в Пале, я имел обеспечение от своих спонсоров. Я занял там самое обидное 4-е место.